саженцы и рассады Георгина Бахромчатого Линдси Мишель, сорт, экстравагантность которого еще не превзошел ни один из этого вида растений. Цветы на высоких стеблях с широкими темно-зелеными листьями, окрашены в очень контрастные оттенки, лиловые кончики и молочно-желтые от середины лепестка. Внутренние лепестки собраны к центру, что создает ощущение того, что середина бутона тоже лиловая. Кусты Георгина Линдси Мишель раскидистые, при росте свыше 120 см рекомендовано дополнительно укрепить куст. Предпочитает хорошо подкормленные почвы с умеренной увлажненностью. Сорт устойчив к холодам. Георгина Бахромчатая Линдси Мишель – это многолетнее растение высотой 90-120 см. В качестве места выращивания георгины прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает Георгина Бахромчатая Линдси Мишель в месяце июль-октябрь. Цветы имеют нет аромат. Цветок окрашен в нежно-желтый с ярко-розовыми кончиками цвет. Интересные цветы георгина могут быть до 20 см. Георгина Бахромчатая Линдси Мишель создал Нидерланды. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.